Приветствую вас, мои дорогие, вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня мы с вами разбираем вторую посылку с сайта iHerb. И теперь по вашей просьбе я сравниваю цены на сайте iHerb и на других сайтах на одни и те же товары. Я приобрела бренд COSRX, ранее никогда его не пробовала, но очень захотелось попробовать в связи с тем, что слышала очень много положительных отзывов, практически ни одного отрицательного. Это гель для умывания с низким уровнем pH. Ни для кого не секрет, что очень высокий уровень у нас pH в нашей жесткой воде и особенно в тех средствах, которыми мы пользуемся. И поэтому кожа обезвоживается, начинаются какие-то воспаления. И желая помочь самой себе, кожа начинает выделять еще больше себума. У многих она становится более жирной, нежели обычно поры расширяются. Да, все это происходит из-за неправильного умывания, снятия макияжа. И, как вы знаете, я использую три ступени для снятия макияжа. Одной из них являются вот такие вот пенки, гели. Будем все с вами пробовать, обязательно вам расскажу свои ощущения. Ну и, конечно же, кто пробовал уже, пишите мне. Ну и давайте сравним цены. Вот эта самая пенка для умывания, гель с низким pH. Магазин Holy Shop. Стоимость, как вы видите, 890 рублей. И теперь мы с вами стоимость смотрим на сайте iHerb. 492 рубля 51 копейка. То есть в два раза дешевле. Один раз я это средство попробовала, мне оно очень-очень понравилось. Очень действенная, хорошая, обогащенная сыворотка. Вот так она называется. Power Essence от COSRX. Этот бренд имеет аптечную такую, я бы сказала, упаковку, очень простую, лаконичную. Сыворотка эта прекрасно впитывается моментально. Ну и говорить о пользе улиточной слизи, я думаю, мы с вами будем в отдельном видео. Я собираюсь такое сделать. Кому это интересно, пожалуйста, напишите мне, поддержите меня пальчиком вверх. Так что теперь буду с удовольствием ее использовать. Посмотрим стоимость вот этой эссенции. И стоимость на сайте Holy Shop. Самые доступные сайты, на которых вы можете все сделать заказ. 1750 рублей. И стоимость, как вы видите, на сайте iHerb 875 рублей 78 копеек. То есть, опять же, в два раза дешевле. Следующее, что я очень хотела попробовать, это Super Aqua увлажняющая маска-гель для ночного применения. Миша, ночная маска с улиткой. Вся продукция с сайта iHerb приходит хорошо, как вы видите, упакованная. Сроки годности доступны на каждой упаковке. Мне очень понравился бренд Миша. В последнее время я пробовала несколько средств, несколько пробников и у друзей своих. Поэтому я хочу попробовать. Но те, кто уже использует эту маску, напишите мне, пожалуйста, как она вам. Сравним цены на эту маску. В магазине Holy Shop эта маска стоит 1900 рублей. И сейчас, как вы видите, мы на сайте iHerb. И стоимость этой маски 973 рубля 81 копейка. То есть на 1000 рублей дешевле на сайте iHerb. В первом моем заказе были патчи PTFE Gold. И мы тоже сегодня, кстати, сравним на них цены. Сейчас я приобрела Black Pearl, то есть с черным жемчугом. Как всегда, лопаточка прилагается, чтобы было удобнее вынимать сами патчи из коробки. Вот так выглядит сама упаковка. Здесь, как вы видите, форма патча уже нарисована. Размер ее ровно в половину коробки. То есть, представляете, как удобно. Он полностью перекрывает всю область вокруг глаза и уходит на височную область, что как раз и хорошо для того, чтобы напитать кожу вокруг глаз, особенно там, где лучики образуются. До 9-2019 года сроки хорошей годности. Давайте сравним цены. Ну и, как вы видите, на разных сайтах цены примерно одинаковые, то есть в два раза дороже примерно, чем на сайте iHerb. Стоимость вот таких вот патчей, которые были в моем прошлом заказе, 1190 рублей на этом сайте. И на Holy Shop, как вы видите, не лучше цены. И стоимость этих патчей, как вы видите, 1050 рублей. Все остальные патчи PTFE точно по таким же ценам. 1120, 1170, 1100, ну в общем вот такие вот цены. Теперь мы находимся на сайте iHerb и посмотрите, какие цены здесь. 578 рублей, 634 рубля, это вот самые дорогие.
Те, которые сейчас у меня в заказе, стоят 578-73. Вот смотрите, сейчас их нет в наличии, но, в принципе, они довольно часто появляются. Если под каким-то средством, которое вы хотели приобрести, вы видите вот такую надпись «Нет в наличии», то можно нажать на кнопочку «Уведомить меня». О приходе данного средства вам придет письмо. Ну и таким образом мы видим, что цены снова в два раза выгоднее на сайте iHerb. Тонер, который мне очень-очень понравился, я показывала вам его в своем уходе. Anti-wrinkle тоник с витамином А и гликолевой кислотой. Он мне очень понравился. Думаю, что я буду пользоваться им на регулярной основе и активно, поэтому я приобрела сразу же второй. И давайте сейчас мы с вами сравним цены на DermaE. Эта линейка также представлена на многих сайтах, доступных по России и в других городах и странах. И выясним, где же покупать DermaE выгоднее. В данном случае это сайт Life Essence или Life Essence, не знаю даже, как правильно сказать. Данная компания заявляет, что они официальные представители этого бренда DermaE в России. Обратите, пожалуйста, внимание на цены. Вот тот самый тоник, anti-wrinkle тоник, который мне очень нравится, с витамином А и гликолевой кислотой. На этом сайте цена, как вы видите, 1690 рублей. Ну, в общем, 1700. И теперь перед вами сайт iHerb. 649 рублей 60 копеек. Представляете, какая разница? В 1000 рублей. То есть на сайте iHerb DermaE, естественно, приобретать выгоднее. Давайте сравним еще. Итак, следующее сравнение. Сайт Life Essence. Увлажняющее средство, придающее упругость коже. 56 грамм. Это крем, увлажняющий с DMAE комплексом Moisturizer. Я вам показывала его уже в своих видео. На этом сайте стоит 2790 рублей. И как вы видите, мы снова вернулись на сайт iHerb. Реальная цена этого крема 1062 рубля 98 копеек. 2790 и 1060, фактически 3 рубля. Вы представляете себе разницу? Вот так на этом сайте по всем позициям в 2, в 3, в 4 раза больше, чем на сайте iHerb. Смотрите, какие цены огромные. Гликолевое очищающее средство с витамином А, папайи против морщин, папаин. 1690 рублей. На сайте iHerb оно стоит всего лишь 649 рублей. И сейчас идет дополнительная скидка на все товары DermaE в размере 10%. Таким образом, стоимость товаров на сайте iHerb в 2 или в 3 раза меньше, нежели на других сайтах. Следующее, чем мы с удовольствием пользуемся, это пенками для умывания от Etude House. Они нам не сушат кожу, в данном случае это baking powder, ну так называемая пекарская пудра. Но на самом деле не до конца понятно, что это. Я думаю, что это все-таки частички соды. То есть здесь содержатся частички, которые делают легкий пилинг лица. Эту конкретно пенку я еще не пробовала, но вообще пенки от Etude House нам нравятся. Я вам показывала яичную, еще другие, очень хорошие. Используются они очень-очень экономно. Здесь 170 мл. Сроки годности вот здесь на упаковке. Сроки хорошие. Буду использовать и потом обязательно вам расскажу. Тоники от Humphreys. Замечательные увлажняющие безалкогольные тоники. В данном случае это огурец и дыня. Facial Toner, Witch Hazel, Cucumber and Melon. Показывала вам такой с сиренью в своем уходе. Просто шикарные ароматы, как вы видите, они все запаянные. То есть они не потекут при пересылке. Все тонеры от Humphreys нам очень подходят, и мы используем всей семьей. Следующее, на что я считаю обязательно нужно обратить свое внимание. Компания Benton делает шикарные лосьоны, а также ампулы и различные уходовые средства с улиточной слизью и пчелиным ядом. То есть вот такой вот очень хороший состав, который стимулирует кровообращение, который делает кожу более ровной, выравнивает цвет, текстуру кожи. Кожа имеет более здоровый вид. Это уже моя вторая баночка Snail Bee High Content Lotion. Очень хорошо впитывается, действительно глубоко питает кожу, увлажняет. Может использоваться, в принципе, как самостоятельное средство, если у вас довольно жирная кожа и вы не хотите нагружать ее. Может использоваться и днем, и на ночь под крем. Как вы видите, здесь помпа, это очень удобно. К
корейская компания. Опять же, все сроки годности на упаковке, сроки хорошие. Информация, естественно, на английском, как использовать средство, а все остальное на корейском. Если наносить на увлажненную кожу, здесь 120 мл, то вы будете использовать его очень экономно. Буквально несколько капель на лицо и зону декольте я наношу. В распродаже был вот такой вот пикногенол серум от Matre Labs. Продавался он за полцены. Антивозрастное средство, природный антиоксидант, который не только активно борется с разрушением структуры клеток свободными радикалами. Накапливаясь в клетках, он укрепляет их. И таким образом можно заявить о некоторых иммуностимулирующих эффектах, которые дает пикногенол. Обратите внимание на такие разделы, как распродажа. Там бывают иногда очень вот такие вот выгодные предложения за копейки. Ну и мы продолжаем обновлять наши витамины. То, что у нас уже закончилось, мы покупаем снова и что-то пробуем новое. В данном случае это мужской комплекс Men's Health One Daily. Одна штучка в день, полный набор витаминов для здоровья мужчины. Это комплекс женский, точно такой же. Здесь больше витаминов, которые необходимы для функционирования женского организма. Ну и, конечно же, биотин, тот, который сейчас я принимаю постоянно для того, чтобы восстановить волосы, ногти. И также он полезен для кожи. Компания американская, называется 21st Century. Я несколько раз вам ее уже показывала. Это одна из самых недорогих американских линеек. Нам она нравится, считаю, что переплачивать не стоит. Если вы считаете полезным сравнение цен, которые я делаю в таких видео, то, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Я жду ваши комментарии. Напоминаю вам по поводу распродажи на Дермае. Еще 5 дней будет такая распродажа, минус 10%. Оставляю вам промокод дополнительный на скидку в описании к этому видео. Большое спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на мой канал, будет много всего интересного. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!